Полиция задержала мужчину, подозреваемого в хулиганстве. В полицию поступило сообщение о том, что житель дома на улице Хомутовский тупик направляет из окна квартиры в сторону улицы предмет, похожий на пистолет. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный гражданин, находившийся в состоянии опьянения, угрожал и мешал рабочим проводить фасадные работы жилого дома. Мужчина был задержан. Им оказался 49-летний москвич. Предмет, похожий на пистолет, был изъят и отправлен на исследование. Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, что интересно, сотрудника полиции, который стрелял по подчиненным с пневматики, просто пригрозили пальцем и вроде как уволили в Казани. Справедливость по-российски. ЧП в России. Новости в живом формате. Обязательно подпишитесь на нас.